Ну, слабо сегодня сыграли в нападении. Конечно, Динамо хорошая команда, высокий блок, хорошая защита. Где-то нам не хватило в нападении. Две партии играли до 20 на равных, а потом, наверное, сказывался класс Динамо. Конечно, первые две партии не хватило концовок. Не хватило какой-то уверенности, что мы можем с ними выиграть, у них выиграть. Вот это все решило. Была установка, как я заметил, играть в либеро. Почему? Ну, изначально, да, подача в либеро, она себя оправдала, они потом поменяли либеро, перестроились. Нам, наверное, тяжелее стало играть.